Домашнее задание для Александра. Моя гидан бара. Ей. Квайте. Все. Ручки на бедра. Поворот стопы. Шаг вперед. Сзади нога должна быть. Сзади нога должна быть полностью прямая. Передняя нога должна быть согнута так, чтобы у нас получалось вот здесь вертикально. Спереди, если посмотреть, ширина плеч. Эдж, поворот, подсчет. Раз. Два, переход. Теперь сзади нога должна быть сбоку, если посмотреть, прямая. Стопа больше сюда вперед немножко, да. Тогда она больше прямая, больше устойчивая. Здесь ровненько. Спереди посмотреть ширина пояса. То есть мы шаг вперед сделали. Молоты. Заступ. Раз. Заступить надо на ширину плеч. Поставить сзади на носочек ножку. И поворот резкий. Хаджима. Ща, бедра. Сзади нога прямая. Спереди согнута. Здесь вертикально. Колено внутрь не заваливаем чуть-чуть сюда. То есть она здесь вертикальная и здесь тоже вертикальная. Если стоит нога под наклоном, спереди, если посмотреть, да, значит стойка широковата. Эдж, поворот. Ни. Эдж, заступ, маваты. Раз, два. Эдж, поворот. Ни. Эдж, заступ, маваты. Эдж, поворот. Ни. Заступ. Сан. Фудудати.